политические события были очень серьезные. Сравнительные прошлого года, да? У нас один ребенок погиб. Потому что это не наша вина, потому что мы не могли это довести, потому что это с Москвы приехали. На самом деле, трагедии были очень много, потому что это не наша вина, потому что не трагедия, это не тверские, потому что люди приехали к нам. А мы не могли это предвидеть. Ну, мы предвидели это. Но я скажу, что у нас в этот сравнение с прошлым годом, у нас в этот год было сравнение с прошлым годом нормально. Но скажу честно, что трагических событий много. Потому что гибель больше, чем в прошлом году. А потому что, ну, может быть, мы не сами доработали или жизнь не подсказал, как надо работать. Но все работы, которые мы проводили, и все, что мы сделали, оно привело к тому, что мы снизили. Но сегодня оперативная сводка, у нас больше гибели, чем в прошлом году. Плюс 33%, да? 37%. Пожары плюс 2%. Ну, практически то, что у нас больше ребенок, потому что у нас погиб в этом году ребенок, в этом периоде. Но на самом деле я скажу, что у нас сегодня 37% пожары, гибель. У нас 37%, 2,7% пожары. Но на самом деле скажу, что мы в этом году сделали с вами больше, потому что мы сделали больше. Гибель у нас больше. На самом деле это мы недостойны. В Ржев 3 человека сразу. Почему? Потому что это не наши, даже из Москвы. Люди приехали, отдохнули и погибли. Очень богатые люди, наверное, потому что у них там неопределенность там до сих пор. То глава как бы города наш голодный, да, у нас проблем не было. И все взаимодействие было очень хорошее, но не было проблем. Не было. На самом деле вы смеетесь, не было проблем. Знаешь, что это говорит? Значит, каждый человек вместе с вами сделал выводы, что надо купить там, где положено. И не случилась беда. А сгорели те, которые пили вино. С Новым годом! Радость! Какие вы красивые дети!